Сейчас мы вместе с вами будем делать подарок моей жене. Подарок из себя представляет, значит, портрет работы художницы Зины Борисовой. Вот, она вообще рисует хорошо, насколько я могу об этом судить. Если мне кажется, с ней вообще договориться, то может она вам нарисовать там типа пятихатку или там тысячу, или пятитысячную купюру даже в принципе. Вот, сейчас мы пойдем забирать это творение. Как бы на правах рекламы, то есть там одобрено РПЦ, Гринписом, всеми организациями также, Советом ветеранов и подписано в должном порядке в окошке номер 3. То есть все согласовано, все ништяк. Если вы рубитесь по такому олдскулу, как там 18-19 век, холсты, краски, вот, никакой пленки, вот, только все натуральное, то есть рабство, крепостное право, все эти вещи, вот, то, конечно же, вам лучше всего делать подарки своим родным и близким людям, также как бы выдержаны в этой тематике. Поэтому, ну, я за то, чтобы, в общем-то, вернуть рабство, шариат, все дела. Порадовать родных и близких, значит, аналоговым теплым ламповым рисунком, который хранит тепло рук мастера, который его изготовил, и все такое. Вот. Ну или там подвязаться к начальству, там запечатлеть домашнее животное, все такие вещи. Вот. То есть, если что, обращайтесь, это проверенный человек. Также на правах рекламы, там, продажа домов, участков, куплю гараж, дом продам недорого, значит, спайсы, соли. То есть, дарить близким людям просто деньги или рабов уже, как бы, это моветон, надо придумать что-то пооригинальнее, поэтому вот это неплохой, в принципе, вариант. Ага, вот мой приспешник прибыл. Здорово, товар у тебя! Здорово. Вот, например, изображение. Можно сказать, что это, в принципе, наш родственник или начальник даже, по какому-то счету. Вот. То есть мы договорились, короче, на пробную работу, значит, то есть для того, чтобы я посмотрел как бы на квалификацию и уже решил, то есть, доверит ли этому человеку рисовать деньги. Вот, то есть попросил изобразить вот такую вот вещь. Получилось вроде ништяк, похоже. Чувак из Bad Religion. Сейчас посмотрим, как моя жена отреагирует. Скажу ей, что купил в фикс прайсе. А то, чтобы мозги не ебало, дорого, дескать. Не пугайся, дорогая, у меня на шее кровь. У меня тебе, короче, подарок есть. Это, короче, единственный этот панк-рокер, который не является калекой, вот, и каким-то ущербом, которого ты, типа, уважаешь. Да ладно. Ништяк? Вот, все. Повесишь на стену, будешь на него по утрам смотреть. Как это? Фикс прайс я купил. Ну да, там сначала там акция, короче. Да. Там, короче, рисовали. Ништяк? Там подписано кто? Ты не знаешь. Ну да. Это просто его вызвали. Говорят, слышь, чушкарье, ты сядь, посиди, там побыстрее. Ну что, нормас? Нравится? Ну, есть такое. То есть у тебя два в одном, считай. И Брюс Уиллис, и Грег Грэффин, да? Я нашел, ну я, как обычно, на сайте, это гей-знакомство, случайно. Так получилось. Вот это прикол.
можно пойти по моим стопам и сделать так же. Ничего вам за это не будет. Я узнавал, то есть как бы казни отменили за подарок портретов. Можно делать это.